Я тут приступила к сбору открыточек, нарубила всяких цветочков, даже решила сделать объемных цветочков. Всякие вырезалки, навырезала из ацетатных листиков от фабрики декору. Даже вот такие вот, люблю их использовать, ой, в работах. Такие совсем крошечные, крошечки. И, в общем, печаль, беда, взорвался. Только что первый раз в жизни у меня взорвался пистолет. Так что покойся с миром, дорогой товарищ. Придется дальше клеить обычным клеем. Доделываю я открытки, и мне нужна туда надпись. И, в общем, открываю коробок с плоттером, а у меня тут мои сокровища лежат. Я прям вообще в шоке. Здесь все какие-то такие, ну, как артбордики, да. Мне как раз вот этот товарищ нужен. Я собралась его вырезать из картона для этой самой, для крафтуклок. Хотела сделать работу, не знаю, сделаю, да, наверное, успею мастер-класс. Вот эти вот оленики и лошадки. Класс, я вообще, в общем, счастливый человек. Сейчас туда залезу. Тут и круглые артборды, холсты. Вот еще такая звездочка, я уже начала ее как-то покрасила ее. А ну, о, кисточка. Ну и уже дальше уже пошел сам плоттер. Ух ты, смотрите, какое сокровище, класс. Это я вот прямо сейчас при вас открываю. Капец, я их нашла, я их взяла. Вообще. Ну, это тут такое-то у меня счастье есть. Кстати, вот эти ножницы, которые я показывала от Мэмори Киперс, они мне очень понравились, и они прям ничуть не хуже, чем хольцовские. Боже, какое счастье. И что-то тут в пакете. Ага, это в пакете блочок для плоттера. Ну и получается все. Больше сокровищ нет. Так, достала плоттер. Нашла еще внезапно почему-то здесь этот набор наклеек был. И коврики для цветочков создания. Вот этот коврик уже такой поюзанный, я им прям частенько пользовалась, а этот совсем новенький, только взяла, еще даже не пробовала его ни разу. И вот эти грибочки, желудечки. Достала коврики, у меня получается один старый, а второй совсем новый. И в общем, получается, коврик, он же липкий. И к нему идет вот такая защитная пленочка. И, в общем, каким-то макаром получилось, что инструкция от коврика прилипла на него. А я как раз только, ну вот, прям за несколько дней буквально до войны восстановила липкий слой. И теперь вот эта бумажка, теперь ее хрен отдерешь отсюда. Вот такими она прям, ну видите, да? Ой, кусочками отрывается. Ну, это, конечно, мелочь, но прям хотела сейчас такая, думаю, сейчас все, подключу плоттер и начну все резать. Ну, нет. Так что сейчас буду отдирать бумажечку эту и клеить нормальный картончик. У меня прям такой задекорированный иероглифами. Буду клеить картончик и вырезать для открыток надписи. Привет, друзья! 3:30 ночи или утра, и я вот наконец записываю. В общем, что я так долго, потому что увлеклась я с плоттером немножко, тут понавырезала надписи, которые я говорила. Ну вот открытки у меня вот такая. Три открытки. Вот. Ну такие совсем простенькие. Я почему решила не записывать никакой мастер-класс, потому что тут ничего такого особого и нету. Ну, без золотишка я же не могу. Без золотишка я буду не я. И надписи, которые вырезала на плоттере, это же на плоттере, это же пасхальные. Так, а я не знаю. Сейчас я вижу в зеркальном отображении. В общем, вы поняли, какая это будет надпись. И хочу посклеивать их вместе и как-нибудь
то ли золотишком покрасить, то ли воском, то ли краской, в общем, не знаю. У меня, конечно, золотая краска только одна, и она такого не совсем правильного цвета, слишком желтая. У меня с золотым цветом проблемы. Я, получается, ну, акриловых красок не взяла, ну, там минимум вообще, минимум. И, в общем, у меня только вот эта примовская, финобаровская. Она, конечно, классная, вообще она супер такая сияющая, там столько этих частичек мерцающих, но цвет не тот, не то золото, которое нужно. И вырезала еще у Линдис сейчас челлендж, там, в общем, палитра, как обычно у них, и обязательный элемент чашка. В общем, хочу сделать такую открытку, вырезала еще вот эти буковки и луну, в общем, чего-нибудь по микс-медийничаю. Опять-таки, хотелось бы записать мастер-класс, но посмотрим. И навырезала еще вот такую целую тарелочку английских буковок, всяких разных. В общем, когда, ну, это сделала, ну, типа шаблона такого сделала на, ну, в компьютере, в программе, в этой, в Canvas Workspace, вот как она называется. И, ну, перенесла в Plotter через этот сам, через флешку. И, в общем, когда делала, ну, я, в общем, просто брала буквы все алфавита английского, и заглавную, и строчную. И, в общем, такая, ну, там, A, B, C, и потом такая, так, главное не сделать букву Z, и главное не сделать букву V, вот эту, без фашистской символики, в общем, я решила обойтись. Так что, ну, и они такие разного размера, там каких-то букв по две пары, каких-то одна пара, ну, в общем, просто вообще у меня есть, конечно, идея, для чего, это для альбома, ну, очень хочу сделать альбом, посмотрим, может, они какие-то просто работы пойдут, а может, и в альбом, и тут у меня прям есть и большая такая, да, и маленькие совсем, ну, такие, мне кажется, классно будет, как такие элементы декора их использовать. Очень-очень хочется, так Бакс прям шумно водичку пьет. Сделали мы с Баксом сегодня первую процедуру ушную. Он теперь ходит у меня уже сколько часов подряд, источает ароматы трав. Там получается средство такое, ну как оно используется для профилактики, ну, промывать ушки. Оно такое там масляная такая настойка на травах. Там базилик и, по-моему, календула. И вот поэтому так пахнет он хорошо. Ну, то есть сначала надо ушки промыть, почистить, и потом уже мазь лечебную. Вот. И это же средство, оно останется, оно используется и для профилактики. Ну, то есть, да, просто вот там раз в 7-10 дней надо собаке чистить ушки, чего я никогда не делала. Я как-то вообще... А у меня мама в ветеринарке работает, она на двух работах работает, чтобы ипотеку платить. Пришлось ей квартиру свою за 2 копейки продать в Луганске, когда она уезжала. И... Поэтому в таком, да, как бы возрасте зрелом уже пришлось брать квартиру в ипотеку, когда своя квартира была уже 100 лет. Получается, получили квартиру, когда мне было 7 лет. Вот я пошла в первый класс в 91-м году и получили квартиру как раз. И, в общем, сколько была своя квартира, и после этого вот так вот в 50 лет пришлось брать квартиру в ипотеку, и хрен знает, сколько еще платить. Поэтому ей приходится, конечно, на двух работах работать, чтобы ее оплатить. Вот. Так, что еще у нас было? А ничего такого у нас и не было. Показывала вам всякие мои сегодняшние события какие были. Я, конечно, очень рада, что нашлись мои ножнички. Прям вот они лежат, прям радуюсь, то, что у меня теперь есть снова полный комплект тимхольцевских ножничек. Ну, конечно, крободайла жалко. Ну, ладно, то такое. То вообще фигня. Кстати, вот эта ива, которую я вчера... Ну, не ива, а верба, которую я вчера показывала, котики, да? Мы с мамой разговариваем, мы с ней, ну, переписываемся каждый день, ну, почти каждый день или каждый день, а это, ну, иногда разговариваем так по видеосвязи. Сейчас хорошо, интернет есть, хороший, можно и поболтать. А я ей показала фотку ивы вот этой, ну, вербы. И, в общем, она говорит, я такую не знаю, это не верба. И оказалось, что вот эта верба, которая вот эта зелененькая, она растет только в Европе, а обычные, ну, котики, они растут и в России, и в США. В общем, оказывается, эта верба какая-то такая, в общем, с таким с ограниченным ареалом обитания. А в России она, кстати, растет только, ну, если ее специально искусственно возделывают, то есть она в дикой природе не растет.
Так что вот такие вот интересные растения здесь. И прям здесь, конечно, получается, там, где мы с Баксом гуляем, там есть плодовые деревья. Ну, там помимо вербы и ольхи, и шиповника. Шиповник уже тоже такой зелененький стоит. Но они еще вот только-только начинают, вот кустики только начали цвести. А вообще, конечно, в городе, ну, как обычно, да, в деревне холоднее, в городе теплее гораздо, там, я же говорила вам, вообще, такая красота, все цветет, все такое прям вообще красивое. А здесь деревня, цветут только некоторые деревья, только те деревья, которые стоят вот именно на улице, за дворами, там, где потеплее, там, где вот как бы, да, между, как бы, да, здесь дома, ну, получается, как бы, да, дом и выходит огород, он в поле, то есть там все. Ну, тут, получается, вся деревня из одной улицы состоит, ну, тут, кроме там начала деревни, там такие, как бы, новый квартал такой, там несколько улиц. А тут, как бы, одна улица, она вот так идет, и, получается, зады, как бы, огорода, ну, дворы, и они выходят такие, в такое, в открытое поле. То, что на улице, там за двором, оно получается все как бы в таком, в более теплом таком месте, защищенном от ветра, и поэтому там деревья, конечно, цветут уже вовсю. Это у нас дома, ну, в нашем, наверное, уже бывшем доме, у нас получается, идешь, допустим, по улице, смотришь там, ну, соседи, да, у кого забор не глухой, или там у кого деревья, цветочки растут перед двором. Уже у всех цветы цветут, а у меня еще только-только начинают. Как-то у нас какой-то немножко другой был свой такой микроклимат во дворе. Ну, потому как дом, он тень хорошую такую давал, и поэтому все цветы позже расцветали. Так и здесь. Везде все цветет, а у нас же во дворе здесь есть и сливы. Хотя сливы там вот на улице сливы уже цветут, а у нас еще их нет. А, еще думала, что-то мне мысль сегодня пришла. В общем, у меня получается загранпаспорт, он не биометрический, то есть он без чипа, без вот этого. И мне нужно все-таки сделать его, потому как нужно. Ну, во-первых, просто это нужно, потом, если куда-то ехать, то тоже нужно сделать биометрический паспорт. Так что, скорее всего, сегодня пятница, ну, уже пятница, ну, как бы еще четверг, ну, уже пятница наступила. Скорее всего, в понедельник поедем в город. В общем, нужно будет начинать что-то делать с документами. И еще я думаю о том, что Баксу нужно сделать тоже международный ветеринарный паспорт, по-моему, так это называется. И там тоже с мамой разговаривали. Она же там в ветеринарке работает, она все это знает. И сказала, что чип нужно. Ну, в Европу без чипа, животное без чипа не может въезжать, а я хочу, чтобы, ну, сейчас, допустим, да, если поехать, то животных так просто пропускают наших, там просто там какие-то бумаги нужны, ну, там, типа, да, моя собака здорова, ну, как бы все, там, собака или кошка, а хочется, чтобы были у него такие официальные документы, ну, чтобы, да, в любой момент, в любое время можно было куда-то поехать, и потом, я думаю, она все-таки все эти процедуры дешевле стоят, там, чип поставить, ну, в общем, все вот это, какие-то, наверное, прививки надо будет делать, но это уже я буду узнавать у доктора, когда, получается, нам же надо пролечиться и через 10 дней к нему приехать. Я, получается, мне надо будет ему позвонить, я себе там такое расписание написала, ну, в какой день какую там таблетку я дала, как я там мазью мажу. И мне, получается, через 3 дня, послезавтра мне нужно будет ему звонить и говорить, как он себя чувствует, чешется он, не чешется. Что-то у него лапка сегодня как-то он хромал, то ли потянул, не знаю, прямо вылизывал и хромал. Вот то хромает, то не хромает. В общем, надо будет, посмотрим еще завтра, но до сих пор он чешется. Ну, есть у меня надежда, что просто пока еще, да, как бы таблетки не подействовали в свою полную силу. Ну, посмотрим. Еще завтра день будет, как он себя будет чувствовать. И так что хочу пролечить Бакса и узнать, как ему вот этот вот ветеринарный паспорт сделать, как чип Надо поставить. найти его паспорт. Но мы брали, мы когда документы собирали, мы его документ тоже брали. Прививки мы делали, конечно, когда он еще маленький был. Ну, когда только купили его, там все как положено, ездили к ветеринару, ну, там все делали, там завели паспорт, завели все, там, прививочки все делали, а потом, получается, к нам во двор забежала лиса, но он был маленький, я не знаю, годика ему, наверное, еще не было. К нам во двор забежала лиса, а тогда еще, мы, в общем, когда только переехали, у нас же двор такой был, проходной двор, ну там много лет уже никто не жил, и заборов не было вокруг двора, и лисы прям, их, ну, их было много, ну и они, по всей видимости, просто привыкли тусить у нас во дворе. И мы как-то с Андреем одну там забили, а у нас еще охотничьего оружия не было, была какая-то воздушка, или какой-то
пистолет какой-то такой, ну что-то такое было, какое-то оружие несерьезное. Мы, в общем, там лису так не очень хорошо убили. Вот, и потом они у нас первый год мы жили, они у нас ходили, таскали этих самых, ну, пытались таскать птицу. И прям, и было такое, я, ну, выхожу, ну, у нас получается двор как бы такой, ну, да, человеческий, но дальше хозяйственный. Ну, это мы уже там со временем отгородили один от другого, а до этого не было. Ну, все равно птички тусили там. Я иду, раз лиса стоит, ну, прям вот возле входа на птичий двор, там, свой еще там такой, который прям возле сарая. И я тут там поднимаю, что-нибудь бросаю в нее, поэтому лисы прям тусили там конкретно. И получается, он был маленький еще, и я была в огороде. Потом слышу, там Андрей что-то, ну, кого-то он позвал. В общем, к нам забежала лиса в подвал. А Бакс бегал. Да, это еще не было у него вольера. То есть, ну, это ему еще годика, наверное, не было. И, в общем, она его куснула. И, ну, лиса, все, ну, то есть, да, если укусила дикое животное, надо что-то срочно делать. Я звоню нашей ветеринарице, к которой мы ездили, прививочки ставили. И она говорит: так, все, я сейчас позвоню, ну, в общем, ликвидировать собаку. Вообще, капец, хороший врать. А я такая: нет, все, до свидания. Ну, я так понимаю, там по правилам, наверное, в зависимости от эпидемического состояния там в данной местности с животными поступают там определенным образом. А может, ты вообще просто типа укусила лиса и до свидания, там все, убивать. Ну, это вообще капец, как это так? И мы позвонили к ветеринару, который в соседней деревне жил. Он нам уколол прививку, и он сказал, что нужно собаку держать 2 недели. Ну, в общем, изолированной, и ну, чтобы ее слюна не попадала там на слизистые, на все, что я сказала, я убивать собаку не дам. Ну, и в общем, он у нас такой сарай там с сеном, и он, ну, обитый полностью весь деревом, ну, такой хороший, чистый сарай, там никто не жил. Потом, ну, потом уже сено завезли мы, когда начали там сено, солому для там для животных. И получается, он такой сарай, там заходишь, такой как бы, ну, не предбанничек, да, а просто заходишь, и такая, из тоже из дерева заборчик такой, и калиточка. И получается, он там сидел эти 2 недели, бедненький мальчик, представьте, маленькая собачка. Но лиса его там никак, там несерьезно как-то покусала, она его просто куснула. И я к нему ходила в перчатках, его кормила, поила. Вот. Ну и все, все нормально, в общем. Так что ветеринары, конечно, бывают разные. Я вообще не помню, к чему это рассказывала. Я уже такая засыпаю. Так что, за прививки, да. И поэтому, и потом, там же надо от бешенства каждый год делать прививку. А мы в прошлом, по-моему, году не делали. Ну, короче, надо узнавать все у ветеринара. Так что нужно заниматься документами. Что-то я не пойму, что я раньше об этом не подумала. Ни о Баксе, ни о себе вообще. Как-то, знаете, только сейчас как-то дыщ мысль. Мне же надо, пока есть время, пока мы тут сидим, надо бы сделать, ну, паспорт, загранпаспорт с, ну, биометрический. Так что будем что-то делать, я так думаю, со следующей недели уже приступим. Вот. А я сейчас иду сразу спать прямым ходом, что уже прям хочется. Такой приятный сюрприз, конечно, мне коробочка с плоттером принесла в виде ножниц. Завтра доделаю открытки, там уже надо просто добавить каких-то полубусинок, я не знаю, хотела же я вот эти вот примовские красивые, но какие-то они слишком красивые для таких простых открыток. Что-то надо попроще. Есть у меня такие капельки, они не очень, когда я их купила, они так, знаете, на фотографии красиво выглядят. Может, завтра, может, достану, покажу и вообще посмотрю, подойдут они, не подойдут. Они такие, как полусферы, пластиковые, и они там, ну, с таким, с легким оттенком зеленым. А, с желтеньким и с таким розовым. Такой больше маджента, а не розовый. Ну да, и они такие полупрозрачные. И, в общем, очень редко их использую. Ну, посмотрю, может, они сюда пойдут. Короче, нужно что-то попроще, чем эти шикарные примовские камни. И хочется мне уже... А, я же показывала зайчика. В общем, может... Короче, у меня планов и идей целая толпа. Это сегодня с девочкой переписывались, с Аленой. И говорю, что идей у меня, конечно, полно, и я даже вот когда плохо, я себя там прям, вот мы, допустим, гуляем с Баксом, да, и там начинаю там в голове вот это вот там, тут только что новости почитала, начинают в голове крутиться, я такая: так, прям вслух себе, ну, у меня поговорить с собой, это вообще обычное дело.
Я такая, так, все, сейчас, так, что мне нужно сделать? Так что я себе с храпом насильно заставляю отвлекаться, если не отвлекаюсь вот так вот в процессе делания, хотя бы думать об этом. Так что все, всем пока, до завтра или до послезавтра, да, до завтра, скорее всего. Все, всем пока-пока, хорошего дня.